человеческий, вознесшийся из плоти. Дерево какое-то совсем грустное. Даже нормально в тени не посидеть. Такой жаркий летний денек. Нужно будет заняться этим вопросом. Потом. Немного позже. Эльфы займут ваши дома, лишат вас достатка, отнимут ваших детей, вашу жизнь. А что делает империя? Ничего. Ох уж эта империя. Хуже, чем здравствуй, друг. Тебе письмо пришло. Ну, прочитаешь как, сочтешь нужным. Так, друзья, пора нам ветреный пик, я думаю. Но для начала зайдем в еще одно место. Нужно будет при каждом удобном случае иллюзию использовать. Хотя бы темное зрение или... Подвести! Ну, куда едем? Хотя кроме темного зрения пока ничего толком не поиспользовать. Мне нужен какой-нибудь... Так... Солитьют. Залезай в повозку и отчаливаем. Мне нужен какой-нибудь очень медленный молодой человек с двуручником. Или какой-нибудь паукан. Мелкий. В общем, что-то не сильно опасное и не сильно быстрое. Без дистанционных атак желательно. Сейчас, я думаю, все пройдет очень быстро. Если, конечно, все пойдет по плану. Очень жаль, что без усиления нельзя использовать приглушенные шаги. В общем-то, ключевой момент, нужно докачать иллюзию до 40, заполучить заклинание усыпляющий спрей, и, собственно, все. С ним уже дальше все прокачиваться очень и очень легко, непринужденно. Здесь пока никого нет. Так что топим. Немного качнем еще взлом. Вообще можно ночью куда-нибудь в Солитьют, например, сходить. Пооткрывать дома. Очень часто есть экспертные замки. Да. Но лучше мы потом просто сходим, как я уже говорил, в Маркарт. В музей Двемеров. Нужно будет обязательно отдохнуть хорошо перед этим делом. Так, побежали.
нужно, чтобы они загрелись. Иначе заткнут проход и... Тут застряну с ними. Проходим, проходим. Не задерживаемся. Не создаем очередь. Очень узкие проходы здесь. Это несколько неудобно. В общем, главное не воткнуться в них. Иначе они сразу что-то заподозрят. Давай, пошел. Пожалуй, не лишним будет похлебку с фондю. Мне кажется, я что-то слышал. Что-то очень нехорошее. Может, показалось. Нет, спасибо. Оставьте себе. Вообще неплохим вариантом, я думаю, было бы качнуть до 40 у учителей иллюзию. Наиболее быстрым, я бы сказал. Ну а дальше уже самому. Спокойно, ребята, спокойно. Да-да, там что-то произошло. Нужно обязательно сходить разведать. Заметили? Сейчас потеряют. Это не проблема. Так, я немного не сюда иду. Перепрыгнуть бы тебя. Вот было бы здорово. Главное не упустить момент, когда у меня банки закончатся из первой партии. Чтоб не вышло неловкой ситуации. Три штуки еще. Блин, проблема. Нужно их чем-то отвлечь. Две банки осталось. Так, скоро адепт, скоро перестану на ловушке наступать.
удачно вам тут найти кого-нибудь. Так, ну и, собственно, сам Малкоран. Судя по чейндж-логу 1.9, сияние рассвета стало еще лучше в этой версии. Против нежити. А именно с нежитью у меня главная проблема. Здравствуй, друг. Все кончено. Отступник повержен. Сними сияние рассвета с пьедестала. Спасибо. Ребята, ну вы чего? Туда, туда идите. Я хочу еще Малкорана осмотреть. Там, конечно, ничего особенно интересного в нем. Как правило, не лежит. Большой камень душ, кольцо колдовства, святых телепортаций, кинжал. Ну, разве что превосходная лечилка. Все, на созвоне. Света. И твоя вера не важна. Древо не думает о лучах, приносящих тепло солнца. Когда ты поднимешь сияние рассвета, мой свет коснется. Слушай, Меридия, может, подкинешь меня? Да куда мне надо? Давай, Трана. Я был бы тебе очень признателен. Кстати, череп порчи. Я же зарядил его с нами, но... Он слегка разрядился в процессе. Надо бы его подвосстановить. Кстати, пригодился большой камень душ. Еще и левел ап. Отлично. Где там? Лошадь оставил. 104. Пойдет. Точно пригодится больше, чем бритва Мироноса сейчас. Поехали, лошадь. Мы сделали, что хотели. А вот и иллюзия. До 10. Видимо, не отображалась, пока прокачивалась. Пока я там ползал на картах. Потому что у меня было, по-моему, 5 единиц или 7. Я тут какое-то время бегал с этим ночным зрением. По городу. В общем-то, можно... У меня ведь ни одного перка даже в иллюзию не вложено. То есть, если вообще есть планы на иллюзию, можно сразу в самом начале игры прикупить себе это заклинание темного зрения, сварить фондю и бегать постоянно под бафом. Правда... Если вас не смущает... Thank you.
вот это вот зрение. Да, никаких проблем. Там затраты маны 2 единицы в секунду. Подвести. На поддержание. Ну, куда едем? А Фанью как раз таки 2 единицы восстанавливает. Так, мне нужна эта деревня. Постоянно забываю, как ее. Ривервуд, вот. Залезай в повозку и отчаливаем. Халява, друзья. В Ривервуде холодно. Ну, делать нечего, придется отогреваться, иначе не доеду. А нет, все отпустило. Только что дождь. Ну, там на входе, в общем-то, есть костер. Так что главное добраться до входа, ветреный пик. Уже отогреюсь, если что. Пошел вон. С тобой мы не будем веселиться. Ну там тролль. Развлекайтесь с ним. Там просто как раз таки бандит в тяже стоял с двуручьем. Наш клиент. Под иллюзию. Сейчас там тролль всех раскидает. Главное, чтобы он за мою лошадь не принялся после этого. Ладно, что-то мне подсказывает, что меня заметили. Собственно, еще один наш клиент. Я тебе голову сниму. С кем ты тягаться решил, друг? Так, нужно только... Пришел твой конец. Блин, не то. Мне нужно сбросить темное зрение. Еще не привык к биндам. Чтобы не тратилась лишняя магия. Так, и, наверное, пора вложиться. Смягчение — это вообще из Фростфола. Не самое полезное заклинание. Я буду очарователен. А, не суйся ко мне со своими заклинаниями. Ах, какой сюрприз, надо же. Не бойся, будет быстро. Очень быстро отпускает или вообще не работает пока. И, пожалуй, одного маловато. Нужно будет там... Доживешь до завтра. На тех паучках мелких. Их много, они безопасны. Как известно, иллюзия качается тем быстрее, чем дольше она действует. И чем на большее количество врагов. То есть там зачаровать сразу 5 пауканов намного выгоднее, чем здесь. Одну эту тетку.
Вот, пока она бегает запуганная, у меня качается иллюзия. Я тебя сделаю. Хотя бы до 15 докачать, там можно уже будет перк соответствующий взять. Который увеличивает продолжительность действия. Но еще, например, успокоение отлично работает, чарующее касание со скрытностью, то есть успокоил, зашел за спину, ну и вы знаете, что дальше делать. Знаете, всегда бы так просто было. Подошел к женщине, коснулся ее, она успокоилась. Это требуется не слабое мастерство в этом деле. Я тебя сделаю. Так, ну ладно, это, видимо, здесь надолго. Будем на пауканах. Прокачиваться. Лошадь стоит. Можно не переживать за нее. Ну, тогда пока темное зрение повешаем. До паучков. Серебряные стрелы могут пригодиться в последнем зале. Там драугры вручную расставлены, а значит, они будут рекламовскими. А значит, будут умирать от серебра. Тут кто-нибудь есть? Она типа уклонилась, но... Выглядело это забавно. Ты, кстати, подойдешь. Эй, прекрати! Расслабься. Иногда, знаете, у Непсии срабатывает это шестое чувство. По неизвестным причинам. И они уклоняются от стрелы, выпущенной из скрытности. Ах, какой сюрприз! Быстро его отпускает. Надо прятать нож в сапоге. Надоело, что отбирали. Убью! Хватит! Хотя бы на раз поднять. Очарование удобно тем, что... Бой прекращается и... Это все, что умеешь? Магия при этом очень быстро восстанавливается. В отличие от страха. Но нужно подходить вплотную. Что не очень удобно. Во имя из мира ты не уйдешь живьем! Уже давай, иллюзия. Хотя бы одно очко. А? Пора покончить с этой глупой игрой. Какое ты выбираешь время, чтобы заблудиться, дружище? Ну вот, пойдет. Хотя бы чуть-чуть. Надо было догадаться. Пора покончить с этой глупой. Будем так вот параллельно качать и скрытность, и иллюзию.
Так, тут где-то еще. Опыт скрытности ходит. Нужно наручи какие-нибудь с эффектом на одноручный бой тогда. А стрельбы никакой пользы при таком подходе. Сейчас посмотрим, что с пауканами. Если уж за бандита почти ничего не давали сейчас. Здесь у меня некоторое подозрение, что все-таки за пауков я просто ничего не получу. Но, как минимум, подкачаю скрытность. Что, в общем-то, не так уж и плохо. Так, смотрим. Ага. Ну и ждем. Какое-то время. По-моему, вообще не сдвинулось. Да. В общем, гиблое дело с мелкими паучками. Не прокачки иллюзии. Отпустила. Большого паукана, понятное дело, нет смысла. Помогите. Пытаться. Не подпускай эту тварь. Очаровать. Убери это чудище от меня! Убери! Да разве это чудище? Смотри, какой он. Очаровательный. С тремя банками яда. Здесь, Аркеем, прошу. Ты, сюда. Что-то подается. Я чувствую. Там всех драугров перебудешь. Может, еще сейчас нарандомятся. Угу. Отлично. Еще и ядовитая слюна. Стрела больше паукана. Даже немного жаль этих малышей. Пойдет. Так, ну покраш-тестим немного серебряные стрелы. Я ведь не забрал, да? Как они тут отреагируют? Ну, это, видимо, самый слабый. Три стрелы. Был бы реквиемовский, отъехал бы сразу.
Остальные должны быть явно покрепче. Один решил покончить жизнь самоубийством. Я пока не могу выписывать криты по драуграм. Так что мне с ними сражаться, но совсем никакого смысла нет. Стрельбу я не покачаю. Скрытность я особенно не покачаю. Сильно гиблое дело. Спалил. Ну, затестим сияние рассвета. Скорее всего, с криком. Что, потерял, что ли? Так тебя жаль, друг. Так жаль. А, он там еще в ловушку пару раз попал. Ну да, тут. Не очень его расстреливать. Броня, все дела. Не будем этим заниматься. Так, у меня все на месте? Да. Мы уйдем на север. Ребята, спокойно. Спите дальше. На них можно прокачать навыки одноручного боя, конечно. Но уж лучше делать это на троллях. Те намного безопаснее, скажем так. И медлительнее вообще. Ходите тролля, достаете кинжал, меч и понеслась. Бить пока не надоест. Главное, чтобы оружие было не слишком мощное. Нельзя просто так взять и не взять фаербол. Кстати, тролль. Стоит ли с ним связываться? Если не ваншот, но то... Иллюзия 13.
медленно и печально качается. За счет теневого зрения. Что там приглушение шагов? Это сюда? Да. Там еще долго. Вот она, ключевая ступень. Может сейчас так дойти, когда до 15. Там схожу в коллегию, возьму 5 уроков. Там какой-то большой страшный дядя. С двуручным дрыном. Выглядит опасным. Пролажу. Ставим его наедине с его мыслями. Все дела поважнее. Тоже все кричеровские ребята. Вот этот только нищеброд, сразу видно, что реквиемовский. Сколько там? 13. Более чем достаточно. Сейчас в теории должны всех перестрелять. Без проблем. Посмотрим, как по факту. Ну и главный вопрос вечера — это... Что же там вылезет? Из саркофага. Ставлю на лича. Который вылезет, закинет пару молний, от меня останутся только тапки дымящиеся. Вот это сразу видно реквиемовский. Отойти. Пусть там все будет успокоиться. Главное стрелков перебить, чтобы всю малину не портили. Дальше уже дело техники. И скорости. Крепкий. Ждем. Пусть обратно идет. Все. Ушел. Продолжаем.
Черт. Ладно, нужно что-то серьезное потратить. Ну все, того здорового я завалю с одной стрелы. Это тоже умрет с одной. Паника не поднимется. И там одни бомжаны останутся, ваншотные. Потом обработаем всех у саркофага. И будем играть в русскую рулетку. Ну, у меня есть, как обычно, план Б и план Ж, если все плохо, совсем плохо. Ну, вообще, если там какой-нибудь скелет-лич, он должен страдать от серебряных стрел. В общем, посмотрим. Чему тут загадывать? Еще один крепыш. Так, отвлекаем, пусть. Как не нравится, когда они стрейфятся. Стоит спиной. Не видит, откуда даже стрела летит, но стрейфится. Такие молодцы. Скилл. Стоит чувство. Должны сюда прийти, наверное. Или нет? Ну, нет, так нет. Обманул меня. Почему твой друг не пошел? Все-таки пошел. Хорошо, кстати, что он на один удар был. Потому что я бы наверняка не успел сейчас от крика увернуться. Осталась там компания. Пока еще стоят. Вот туда идите. Так говорю. Там все самое интересное. Не надо ко мне бежать. Теперь давайте поближе. Была бы экспертная скрытность, ваншотил бы всех. А еще один стоит. Ух, что-то фаталити. Ладно, все спалил. По-моему, прям над головой просвистело.
Ну что тут? Ноги не торчат. Никакого сияния ауры нет. Возможно, это будет просто воевода. Такой троллинг, да? Орочи, сапоги тишины. И так нужна скрытность на тяжелой броне. Орочи, лук сжигания. Что будет круче? Мой круче все-таки. Ладно. Берем слово и уходим в тень и смотрим, что это. А, это этот, который ледяных привидений вызывает. Ледяные крики использует. А еще у него есть отличное поглощение магии, то есть высока вероятность того, что Слабоджека или Черепа Порчи он несколько зарядов просто поглотит. И этого времени ему может хватить, чтобы что-нибудь мне в ответку закинуть. Но не получилось. Тем временем иллюзия 14. Ну, не самое страшное, что могло вылезти, прямо скажем. В самую некроманскую пещеру, пожалуй, не пойдем. Потому что там скелеты. А скелеты это еще хуже, чем, пожалуй, драугры. Иди ко мне, моя прелесть. Скелеты не травятся. И воскресают. Ну а стрелы им, ну вы понимаете. Так, у меня вообще что-нибудь в тебе лежит? Ничего, да? Может, напялить на свою лошадь орочьи сапоги? Чтобы она меньше внимания привлекала. Ладно, скоро в ней будут кости. Там где-то маман Сприган должна быть. А, ну вон стоит. Не утопающих, дело рук самих утопающих. Ничем не могу помочь. Быстрее, наверное, на повозке будет. Хотя там враги. Или уже все? Подвести? Нет, не все.
Все, отпустила. Я могу. Ну, куда едем? Залезай в повозку и отчаливаем. Что, у повозки погреться? О, это нормальное зрение. Так приятно. Нам нужно качаться. Я, кстати, сердце Дедра оставил. Все сердца Дедра оставил там, во фляге. Возможно, стоило их сейчас использовать. А то прилетит сейчас какой-нибудь под мой 30 уровень. Все еще отдыхаешь, да? Поговори об этом с... Моя... Выходит, твоя информация все-таки оказалась правдой. И нашему другу выпала честь добыть ее для нас. Значит, это из кургана на ветреном пике? Неплохо. Когда все расшифруете, пришлите Фарингар. Мне копию. Фарингар, ты нам нужен. Неподалеку видели дракона. Ты там тоже понадобишься. Да. Дракон? Поразительно. Где его видели? Что он делал? На твоем месте я бы вела себя посерьезнее. Сходи, сходи, посмотри. Если дракону вздумается напасть на Вайтран, не знаю, сумеем ли мы ему помешать. Пошли. Может, я тут что-нибудь пока заварю из того, что есть. Ничего интересного. Нужно было порыбачить немного. Никогда не видел, чтобы кто-то двигался. Достать себе пачку. Что было дальше? Он напал на дозорную чешуи рыбоубийцы. Нет, господин. Когда я убежал оттуда, она, в общем-то, халявная с луком. Никогда в жизни так быстро не бегал. Ой, я думал, он точно кинется за мной. Молодец, сынок. Дальше мы справимся сами. Ступай в казарму, поешь и отдохни немного. Ты это заслужил. Мне бы какой-нибудь запасной лук. А, ну как раз у меня есть. Короче, лук сжигания. Арилет. Может, попробую использовать комбо-бомба из... Зачем мне вообще паучий яд? Нужно его избавиться от него. Из токсичности и порчи. Собери-ка стражников и приведи их сюда. Я уже приказала своим людям построиться у главных ворот. Отлично. Не подведи меня. Нет времени. Я прошу, тебе удалось. Я не забыл. В знак мы... И, пожалуйста, прими этот дар из моей личной оружейной. Мне бы тоже стоило пойти. Я очень хочу посмотреть на этого дракона. Нет. Вами обоими я рисковать не буду. Меня раздражает это бездействие. Мы должны задать жабу братьям Бури. Интересно, что у него вооружение делают зелье? Уберите уже кто-нибудь его. Наши слова во славу тебе. Ибо мы такие же, как и мы. Thank you.
Так, нужно слегка подготовиться. Так, ты будешь на один. Который огненный. Я надеюсь, не выветрится. Хотя, если выветрится, я не сильно расстроюсь. На тебе будет яд медлительности, токсичности. А на тебе яд порчи. Ну что, лошадь, ты готова? Это я вот что-то как-то, наверное, не особенно. Слегка переживаю. Так, давай ты где-нибудь здесь постоишь. А еще лучше беги. Чем дальше, тем лучше. Нет, назад. Он до сих пор где-то здесь. Он схватил Хроки и Тора, когда они бросили бежать. Так я, пожалуй, уберу все-таки это зрение. Храни нас, Кинорет. Вон он возвращается. Меня напрягает слегка. Так, это наш... Лук с уязвимостью. Храни нас, Талос. Это дракон. Сейчас начнется вакханалия. Порчу. Ну куда ты? Там всего 30 секунд висит уязвимость. Поражение — честь для меня. Какой ты жирный, а? Нет, все. Нужно больше стаков. Уязвимость как-то блекло смотрится все-таки. А как убивать-то тогда, если не высовываться, а? Друг. Стрелы ворочи. Откуда там столько врагов на горизонте, кто-нибудь знает? Кто это вообще? Может, ты меня выпустишь, а? А, там волки набежали. Хотя бы
Хотя бы вижу, как капает. Может, из башни выйдешь, тогда сможешь. Загрите его кто-нибудь уже на продувку. Начинаю сомневаться, что мне хватит. Каша не потею. Лошадь, ты-то куда? Бритгра. Я и забыл, как весело с вами. Убей его! Убей дракона! Подожди, ты убивать нужно. Удачный момент выбрать. Лошадь, уйди. Очень тебя прошу. Почему у меня такое ощущение, что у него меньше минуты действует яд? Глупое животное. Не нравится мне этот гейзер из земли. Отбивайся. Ты умрёшь сегодня, дракон. Бритгра. Я и забыл, как весело с вами. Эй, пошел. Пошел вон. Хорошо, что он. Тупырь заблокировал мне выход. Ладно, хоть дракон дыхнул на выбивание оружия из рук. Это самое, наверное, слабое, что он мог сделать. Ладно, теперь мне никто не будет мешать. Какая отвага! Балан Хакур. Ладно, поучить, настало твое время. Хотя нет, погоди. У меня есть вот такой яд, который 300 секунд дамажит фалмеровский. Я и забыл, как весело с вами смертными. Тоже очень многоразовый. Крит. Пока еще висит. По-моему, он мной заинтересовался. Это вызывает некоторую обеспокоенность. Не хочу наступать на эту штуку. Дурное предчувствие. Кажется, все умерли. Вам так не кажется? Какая отвага! Лови еще. Выветрилась, выветрилась. Давай, получи яд. Что ж тобой еще доделать? Бритгра! Я и забыл, как весело с вами смерть. Я стрелами непосредственно вообще, по-моему, урона не наношу. Да, паучий яд на 2 выстрела. Так ведь? Давайте проверим. Раз.
Он вообще одноразовый. Такие дела. Не, ну если ты будешь так стоять, то... Может, мы и договоримся. Если меня какой-нибудь волк сейчас не загрызет. Представляете? Стоишь себе, убиваешь, убиваешь дракона. А вдруг подбегает волк или... Вот такая хрень происходит. И наступает смертушка. Очень неприятно. Этот огонь напрягает. Все, спокойно добиваем. Стакаем яд. Как-то он перестал действовать. Как будто. Кажется. Хватит ли урона, чтобы добить? Должно хватить вместе с ядом. Давай, все. Сколько у меня там ядов в порчу ушло? У меня вроде 8 было. 6 штук. По 4 каждый. 24 стака яда. Это не считая яда Фалмера. Не считая яда Фалмера и не считая того, что еще получим там. Ну, получим можно все-таки, наверное, не учитывать. Он слишком слаб. Давай сюда свою жалкую душонку. Кто бонитовыми стрелами расстреливал? Среди стражников есть мажор. Просто не могу поверить. Ты Довакин. В самых... Это и произошло, не так ли? Что ж, теперь ты можешь кричать. Это раньше что ведь такое? Не получалось. Это значит точно. Только одно. Мне дед рассказывал ты про из драк... Ну все, понеслась. Понеслась с драконами. Нарожденных. Это те, кто рождается с кровью драконов в жилах. Как сам Тайбер Септим. С кровью дракона. Что-то не припомню, чтобы Тайбер Септим убивал драконов. Да не было тогда никаких драконов, бестолеч. Они только сейчас появились в первый раз. За целую вечность. В легендах говорится о Деваке. Смертных, которые могли убивать драконов и красть их силы. Довакину нужно срочно достать где-то. Где-то очень много яда. Найти логово пауканов. Либо достать из заначки пару сердец за ядра. А где эти? Как их?
которые вечно женщину ищут. Или я с ними уже говорил? Да вроде нет. Мы жалкие черви, ползающие в грязи нашего разврата. А ты... Так, никто не займется этим вопросом, да? Если что-то хочешь сделать, сделай это сам. Весь пейзаж портит. Отлично! Вот и ты, наконец! Так что произошло у башни? Там был... Я знал, что могу рассчитывать. Драконорожденный? Значит, это правда. Мастера пути голод. Говорят, что драконор... Если ты... Ты слышал призыв. Что еще это могло означать? Седобородые. Ты помнишь тот ужасный грохот по дороге в Айтран? Это был голос седобородых, что призывал тебя на высоких Хродгар. Такого не случалось уже по меньшей мере несколько веков. Последний раз призыв получил сам Тайбер Септим. Еще в ну что ж, друзья, на этом все. Какое отношение ваши нордские бредни? На высоких Хродгар я поеду... Без записи, пожалуй. Но он определенно не какой-то там. Как и все это обучение у седобородых. Да, отправимся дальше. Ах, ты надутый невежа. Вполне вероятно, что пойдем завершать гильдию воров. Хронгар, не будь так суров, Савиничи. Ну и, возможно, пойдем по основному сюжету. Но... И выполним очередной контракт Темного Братства. Это дело седобородых, не наше. А пока я, может, побегаю дракона, еще, подокачиваю немного иллюзию, чтобы хоть какая-то польза от нее была в следующий раз. Вакин, то мы такие, чтобы с этим спорить. Тогда, в общем, на этом все. На до новых встреч. Когда седобород...